привет, ребята. Вот, 3 дня назад привезли эту машину. Человек, сколько там, 85 миль живет, пригнал его сюда. Ну, правда, платформой. Так, в чем дело? Короче, цепь, проблемы с цепи. Что-то, он говорит, что сейчас я его подниму. До дома доехал, только в ворота заезжать. Говорит, вроде медленно все. И раз, машина заглохла. Так, ну, вообще-то, честно говоря, редко я слышал, что это Паджеро так быстро цепь срывается. Редко очень. 140 тысяч миль проехала машина. Не 140, где-то 150 миль. И, короче, мне предстоит здесь проверить полностью машину. Разобрать и проверить. Обычно в Паджеро, что интересно, проверить его можно вообще легко. Цепь сошел или нет. Вот берете крышку этой, раскручиваете. Так. Вот берете палец, засовываете и слушайте. Потому что звездочка вот тут находится, прям. Вот тут. И вот я его сейчас толкаю. Левый, вот полностью. Вот. Ну, тут тоже дергается. И левый, и правый, короче, дергается. Так. Ну, ясно, что цепь, наверное, или порвался, или обломался башмак. Не знаю, но это вскрытие покажет. Короче, вот смотрите, я сейчас, может, вы увидите сейчас этот цепь там, я не знаю, видно будет или нет. Не хочется за тем маленьким камерам лезть. Ну, хотя сейчас посмотрю я. Залезу и посмотрю. Сейчас. Сейчас я покажу вам. Вот, камеру включил. Так, вот. Вот цепь. Не знаю, будет видно вам сейчас или нет, отражения нету. Вот цепь. Вот он. Сейчас палец засуну я. Видите, вот он. Видите. Так, тенем сделаем. Так. Вот он. У нас звездочки. Короче, вот он сидит там. Все, ребята, я следующее видео буду показывать, как разобрать его, как поменять цепь. Ну, короче, все буду показывать. Все, ребят, всем пока. У кого какие вопросы, там пишите комментарии, ставьте лайки.